Валерий, здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по какому вопросу вас сейчас остановили сотрудники ДПС? Ну, полицаи на гаишных машинах ждали меня там за переездом в районе. За переездами ждали, на обочине стояли. Меня увидали, погнали за мной. Угу. Догнали, вот здесь вот они, блин, на зеленый уже, напротив заправки. Угу. Сперва говорили, что я какой-то светофор пересек, на желтый там сигнал закончил, а желтый, оказывается, у них уже это красный. Давай протокол составлять. Потом им надоело вот эти бирюльки играть. Они взяли, говорят, поехали с нами в 4-е отделение, на тебя составят протокол за несанкционированное участие в митингах. Но я отказался ехать. Они говорят, значит, не хочешь с нами ехать, значит, мы тебе сейчас применим силу и силком увезем. Сила применялась? Нет, силы еще нет. Сейчас документы у вас? У них, у меня нету. Они забрали документы и ушли в машину. Сейчас составляется какой-то протокол, верно? Да, там они составили какой-то протокол за то, что я закончил проезд перекрестка там на желтый сигнал. Угу. Хорошо. Ну вот сейчас сотрудники полиции, сотрудники ДПС разговаривают по телефону, с кем-то, видимо, консультируются. Один, второй сидит, составляет протокол.